Министр обороны Имангалит Исмагамбетов удовлетворен совместной работой стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, необходимо и дальше укреплять и развивать значение этой организации. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось совещание министров обороны государств-членов ШОС. По итогам совещания утверждены ряд документов. Следующее заседание пройдет уже в Казахстане в следующем году. Также сегодня Имангалит Исмагамбетов провел двустороннюю встречу с главой оборонного ведомства КНР Чан Ван Цюаня. Стороны отметили, что укрепление и расширение сотрудничества является одним из главных стратегических приоритетов. Учение 2014 года показало высокий уровень организации китайской стороной и успешное проведение данного учения, где наши подразделения отработали элементы совместного выполнения различных задач в сложной обстановке. Также организация проведения первого двустороннего ротно-тактического антитеррористического учения на территории наших государств в сентябре-октябре текущего года. Уверен, что это повысит уровень взаимодействия и выучку наших подразделений при совместном реагировании на угрозы безопасности.